Совсем недавно на этой же площадке проходил фестиваль сыра. И вот уже новый, не менее долгожданный ивановцами, фестиваль «Золотая осень». Более 50 производителей и переработчиков продуктов представили свои товары на ярмарке. К мероприятию присоединились фермеры из Ивановской, Ярославской, Костромской, Владимирской, Воронежской областей. Я бы хотел отметить, что у нас практически все участники сырного фестиваля сегодня представлены. И даже есть наши новые переработчики, кого не было в прошлый раз. У нас сегодня последний урожай шуйских ягод, клубники. Кроме этого, у нас вот производитель чеснока, единственный в области. И, кстати, в России их не так много. К сожалению, у нас на прилавках, как правило, не российский чеснок представлен. Или российский, но очень в малом объеме. Вот, поэтому тоже есть возможность воспользоваться. Есть рассада, есть картофелеводы. И картофелеводы в этом году, ну, в принципе, с хорошим урожаем уходят с полей. Картофелю дождливое и прохладное лето, как выяснилось, не помеха. Фермеры из Гаврилово-Посадского района рассказывают, что урожай больше обычного, корнеплоды крупные. Более крупные. Просто вот большую все дома оставили. Вот такую вот среднюю, можно сказать. Это уже называется средняя. Вся вот такая в этом году. То есть летно. Сказалось, что картошка больше. Крупнее его, больше на плите. Свою продукцию эти производители привозят из Воронежской области уже не в первый раз. Ивановцам предлагают мед и чеснок. Последний сорт комсомолец. Каждый год расходится на ура. Да, есть разница в климате и почве, но на урожае она не сказывается. Обязательно приживется. Мы сюда приезжаем 8-й год. Люди говорят, что очень хороший растет. У нас климат, ну, конечно, у нас потеплее, но тоже и морозно, и холодно у нас. Мясо, рыба, сыр, мед – все можно попробовать перед покупкой. Аналогичная ярмарка в эти выходные проходила еще в Шуе, Палихе и Комсомольске. В следующем году фестивали с участием сельхозпроизводителей решено проводить чаще, начиная с мая. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.